На исландском полуострове Рейкьянос уже полторы недели из вулкана извергается лава. Полюбоваться зрелищем тянутся тысячи туристов. Это огненное представление разворачивается в 30 километрах от исландской столицы Рейкьявик. Очень приятно быть здесь среди множества людей. После 2020 года уже кажется нереальным очутиться среди народа. Бесконечная очередь автомобилей на дороге к вулкану стала привычной. Для путешественников проложили специальную тропу длиной 3,5 километра. Территорию рядом с извергающимся вулканом патрулируют спасатели. Следят, чтобы люди не зашли в опасные районы. Некоторые туристы побывали здесь уже несколько раз. Я приезжаю в третий раз, и с каждым приездом все сильно меняется. В первый раз можно было подойти прямо к кратеру, постоять на краю, словно сливаясь с ним в единое целое. Но вскоре он начал заполняться лавой, которая затвердевает, и пройти уже невозможно. Она как будто отталкивает нас все дальше и дальше. Вулканологи говорят, что извержение может вскоре прекратиться, а может длиться годами и даже десятилетиями.